Слушайте, пару наблюдений, очень, очень смешных совпадений. Вот Ильдар, когда говорил, я думал, что он говорил об группе «Иванушки Интернешнл». Ну, потому что, вот, да, 25 лет будет, да, Иванушкам 30. И слайд начался с того, что, ну, клиенты становятся моложе, слушатели становятся моложе, мы становимся старше. 30 лет уже. 30 лет, и когда я пришел в группу, сказали, Иванушки Интернешнл, ну, еще 5 лет поработают, и все. Кирдык, не будет группы. Но вот уже, Татьяна, к вам обращаюсь, было сказано, Татьяна стабильно в тройке 12 лет, как я. Я стабильно в тройке 12 лет. Представляете, какое совпадение? Вот стабильность, это прекрасно. На самом деле, как компанию назовешь, так она попадает. Иванушки, как бы их ни топили, как бы о них ни говорили, реально мы идем дальше. Да, кто-то молодеет, как вы сказали, тоже вот написано, нас многие ненавидят. Да, нас многие. Иванушек ненавидят очень многие. И их, я даже не знаю, где они уже, эти люди вообще, потому что они ненавидят и уходят куда-то. Потом я сделал параллель, провел. «Самолет плюс» — это как «Руки вверх» у нас, я так понимаю. Сколько я слышал, вот благодаря «Самолет плюс», благодаря «Руки вверх» мы уже движемся к Лужникам. Потому что Матвиенко недавно спрашивает, вы кому-то завидуете? Он говорит... Так и Жукову, блин. Ну как два раза Лужники собирать, а мы ни разу. Поэтому мы друг друга... вот вы не сказали это слово, а я, наверное, ляпну его. Мне можно. Да? Ну, как бы, когда вы подбирали. Стимулирует. Стимулирует, наверное, это правильно в шоу-бизнесе, потому что «Руки вверх» действительно подбивает моих коллег, которых сейчас нет. Сейчас нет, а потому что давление скачет. Потому что мы не молоды. Вот, что еще сказать? А, вот, еще мне понравилось. Январь, пипец минус. У нас тоже. Я такой сижу. А потом до марта мы в убытке. Та же фигня. Я вам серьезно говорю. Ладно, ну я там еще долго, я не буду. Просто я к тому, что все где-то как-то мы похожи, но мы действительно дружим. И мне очень приятно находиться сегодня здесь, поздравить вас. И, конечно же, пожелать, чтобы компания развивалась. Как правильно сказал Ильдар, есть там какие-то искусственные интеллекты, но человек человеку всегда нужен, как и музыка. Поэтому у нас впереди большое будущее, и дай бог, чтобы только январь был убыточным. Все остальное мы заработаем. Поздравляю вас, а сейчас будем награждать.